Коррупция – это такая вещь, без которой надо бороться везде, и в России тоже. Тогда я предлагаю вам снять половину вашей власти за коррумпированность. Где? В Штатах? Да. Так у нас знаете, сколько губернаторов, сенаторов и конгрессменов сидит? Яков Кедми приводил примеры высокого уровня коррумпированности военно-промышленного комплекса США. Нет ни одного конгрессмена в Соединенных Штатах, который бы не был выбран на чьи-то деньги. Нет ни одного сенатора в Соединенных Штатах, который не был выбран. Правильно, о чем я? А как же? Доноры, спонсоры, поддержка политическая. А как же вы другого? Вы продажные. А здесь бесплатно все выбирается? Да, здесь выбирает народ. Народ бесплатно. В 69-м году, первый раз после Советского Союза, в декабре я встретил в Нью-Йорке одного конгрессмена, который проявлял большое участие. Я спросил еврея, который его привел, я говорю, а чего он так? Он говорит, он мой, я его купил. Он будет делать, что я скажу. Он будет плясать, если я скажу. И так оно и было. Да ну что. И так оно и есть. Так оно и есть, да? Так оно и есть. Да. И поэтому Соединенные Штаты куплены и проданы. Есть четкая связка между деньгами и властью. Конечно. В Соединенных Штатах. Это деньги покупают лет. Американскую это власть. Когда история.